Всем привет! Вы на канале Криптонация, и это второй выпуск про проект МФТУ Mainstream for the Underground. Радио и интернет – это уже довольно-таки привычное сочетание, а вот радио и блокчейн и криптовалюты – это что-то новенькое. И разработчики проекта МФТУ способны нас удивить, ведь они внедряют на свою площадку аж целых два токена – токены ERC-20, МФТУ и CyberFM. Самое интересное, что токены на данный момент уже торгуются на биржах. Команда постоянно развивается и постепенно листит свои токены на различные биржи. Токен CyFM представляет из себя криптовалюту для оплаты гонораров артистов, официально зарегистрированных у себя в стране. А токен МФТУ предназначен прежде всего для выплат неофициальным и независимым исполнителям по всему миру. Каждый исполнитель может добавить свою песню через специальную Google форму. Оба токена совместимы с ERC-20 и основаны на блокчейне Виталика Бутерина Ethereum, что позволяет этим токенам быть универсальными платежными системами. Пользователи радио могут получить их в качестве выигрыша, в конкурсе или при обмене другой валюты, а также использовать для оплаты премиальных членских взносов, для загрузки песен или для других условий. Одна из важнейших задач проекта и команды состоит в создании онлайн-выплат в качестве роялти авторам и исполнителям песен на основе информационной системы с открытым исходным кодом при поддержке токенов МФТУ и CyFM. Это очень похоже на традиционную монетизацию при помощи подписок, покупки контента, рекламных акций, применяемых на обычных радиостанциях. Но это более удобный, прозрачный и современный метод. В команду проекта входят главный основатель Джеймс Тилли, руководитель отдела существующими и новыми продажами AJ Боря, доверенный консультант и руководитель маркетингового отдела Скотт Шейн Холт. Слияние музыки, исполнителей и слушателей принесет огромные плюсы в эту индустрию, и в конечном итоге выиграют все. Финансовое стимулирование на платформе авторов и исполнителей поможет им пробиться в топы, а их поклонники получат массу положительных эмоций от новых музыкальных композиций. МФТУ и CyberFM – проекты, которые приведут многих к успеху.